Летим. Красавчик, красавчик. Ну блин, они меня уже внизу ждут. Эй, толпа целая! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Угабуга, Гусанёк, Куёко, Олег, Неон Кабачок, Нонней Макс, Форум. Пацаны, поздоровайтесь. Приветики. Всем салам алейкум. Всем привет. Привет. Я прослышал, что вы поставили 3000 лайков, вы поставили 5000 лайков. Это означает, что в этом ролике у нас будет 100 абунг. Если вы кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, вот, разбегайтесь, потому что я уже ставлю очень-очень много штук. Так, ну что, штук 30 уже есть. Гравитация немножечко занижена, чтобы было веселее выживать. Так, ну что, пацаны, кто первый умрет, тот лох. Да. Ну я не считаюсь, я не считаюсь. Да. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти, записаться с нами классные, веселые ролики. Так, пацаны, ну что, немаловато я их поставил? Можно еще добавлять? Еще добавляем, ребята, много добавляем. Так, ну что, уже штук 40 есть. Ой-ой-ой, вот эта толпа, смотрите. Прям весело прыгает. Ай-яй-яй-яй-яй, Спайдермен на шпагат сел. Так, это прикольно. Давайте возьмем немножечко в руки гранатомет и попробуем все-таки, как я люблю, подпрыгивать высоко. Нет, это так не сработало. А, ну вот, сработало. Только при этом я умер. Ой-ой-ой-ой-ой, их тут. Что, меня не увидели? Вот, давайте сюда побежим. Интересно, тут кто-то есть или нет? Ого. Че, пацаны, гранатометы помогают вам? Не, вообще. И, кстати, с этой гравитацией гранатомет не очень, да, работает. Поэтому нема смысла его взрывать. Только умираете. О, все. Я нашел место, где никого нету. Немножечко, ребята, передохнем. Посмотрим, как другие умирают. Привет, Дим. Привет, Дима, привет. Они под водой. А они сюда не смогут прийти. Смогут. А, уже смогут. Ладно, ладно, я вспомнил. Я забыл дома выключить утюг. Я нашел место, где меня толпа. Убьют, убьют. О, я в воду пойду. Давайте проверим, в воде они смогут меня убивать? Да, в воде прекрасно. А! Да. Ну, блин, ну что ты раньше не мог сказать? Да ладно, ладно, ты сказал, сетчатка. Просто хотел кого-то обвинить. Как всегда у меня все получается. Ну, как всегда. Ну, так, все-таки давайте пройдем сюда. Может, в этот раз никого не будет, да, не будет. Опа! Ай, зажали, зажали! Так, давайте меняем гравитацию на максимум. Ой, это NPC. Настройка сервера. Гравитация. Делаем 1000. Это когда мы не можем вообще прыгать. Чуть-чуть спасибо. Подпрыгиваем. Чего? Как будто инвалид какой-то прыгаю. Дима, я тебя спасу. Нет, ты меня не спасешь. Меня Дима, только спасет смерть от Абунги. Давай вместе поплаваем. Давай. О, давай сюда заплывем. Интересно, на карте вообще есть такое какое-то место, где можно реально долго повыживать? Это максимум только здание сверху. Может, Абунга не может прыгать, когда гравитация высокая? Как вы думаете? А можно луночки спрятаться? А! Нет, они могут прыгать, они могут. Я забираю свои слова назад. Плыви, Саня, плыви. Плыву, плыву. Так, отлично. Даже труп не отлетает. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько там. Не, ну немножко ускоряй, да, прыжок, когда прыгаете? Чуть-чуть есть. Да. Ой, я знаю сейчас, куда я побегу. Там есть черный туннель, мы сейчас сюда побежим. О, давайте, я как раз за него. О, давай, быстрее, 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 быстрее вниз. Они там. Туннели? Они вот, они сзади, Дима, не оборачивайся, беги. Я не оборачиваюсь, я боюсь оборачиваться. Вперед. А, блин, я прибежал к ним, блин. Да чё, как так-то? Ого, вы видели? Хотя сказать, я круто, красиво пробежал, но некрасиво пробежал. Не, давайте гравитацию все-таки уменьшим. Да. Ой. Вот такая нормальная. Вот, ой, 70. Как в тех роликах 70. У нас было. Отлично, отлично, вообще четко. Зато теперь можно... Вы видели, как я пролетел? Вообще круто. Вот, теперь, кстати, можно базукой немножечко подлетать, да, пацаны? Да. Да. Ого, я с воды прям вылетел. Прям рыбкой над водой лечу. А, зараза такой. Так, базука, базука, где моя базука? Ой-ой-ой-ой-ой.
Ну, кстати, высоко бы подлетел. На дом, конечно, бы, наверное, не залетел. Я залетаю. Кстати, залетаете, Дима? Да, на дом? Да. Знаете, о. Знаешь, что, Дим, я сейчас делаю? Я сейчас на балконах на крышу забираюсь. На балконах? Да. Да, мы перелетаем с одного на другой. Давайте, да. Пацаны, я вас верю. Скините мне веревку. Я буду с вами вместе. Блин, я их боюсь, их очень много. Хотя я, как вы думаете, сколько я поставил штук? Штук 50. Штук 40. Наверное, добавляем, да, еще? Давайте, да, давайте, да. Черных, да. Они более быстрее. Ну что, штук 60 или 70 есть. Обязательно досмотрите до конца, потому что будет 100. 100 абунг, это прям вообще эпик. Жирят. Форм, я тебя вижу. И что, жесть? Тихо, черномордые! Блин! Отлично. Черномордые, они самые быстрые. Ого, их толпа! Во, вот это подлетик. Ай-яй-яй, кстати, смотрите. Блин, я прям мог бы, ну не на высоту самую крыши запрыгнуть, но на какой-то высокий балкон мог бы. Ну все, прощайте. Ай, кружили меня. Заразы. Да чё, я никого не боюсь, где вы? Подумайте, что бунк, это не так уж-то и много. Повезло. Тихо. А вот тут уже мне не повезло. Нет, повезло, отлично. Ай, ваш так много морды. Есть, прыжок. О, привет. Красиво полетел. Ой. Красиво, да? Кстати, они до балкона допрыгивают. Мы в тех сериях проверяли, они даже допрыгивают на самую... короче, на самую крышу дома могут допрыгнуть. Да. Посмотри на крышу дома, которого ты сейчас перевидишь. Всё, а как ты по балконам, да, запрыгнул? Да, я тоже по балконам. Ой, высонёк! Нормально. О, отлично. Воу, блин, ну реально, вот отсюда можно допрыгнуть до крыши. Вот отсюда можно. Ой, кто-то прилетел там. Ай, чёрный, отвалите. Отвали. Ну морды, ну чёрные, ну отвалите от меня. Надо вот так в сторону воды прыгать. Во, отлично, всё. О. Ай, блин, я их боюсь. Во, всё. Пойдет, отчетенько вообще. Ого, я с воды выпрыгиваю, прям вообще круто. Так. Так, черный. Ой, смотрите, красота какая. А, я же забыл, у меня жизни мало. Ну, короче, можно сейчас допрыгнуть до крыши дома, надо просто забраться вот сюда мне. Вот, смотрите, отлично. И... Во. Давай. Смотрите. Ну реально можно допрыгнуть. Надо инерцию какую-то соблюдать. Блин, да. Никого. Во. На балкон. Есть. Отстаньте от меня, морды. Ну что, смотрите, они не могут достать. Весело стоит. Только теперь я даже не... Как ты вообще сюда за... А, ну видишь, ты не смог сюда запрыгнуть. Ну что, красиво стоим, выживаем. Давайте будем еще добавлять. Добавляю уже... Давай. Давайте уже до 100 штук, да, наверное, добавим? Ладно. Ну что, ребята, ставлю 100 штук непрерывно. Из абунги дождь. Аллилуйя, абунговый дождь. Абунгин дождь. Аллилуйя! Вот это просто жесть! Все! 101 абунга. Давайте даже посмотрим по песочнице, какой лимит стоит. 101 абунга. Вот это просто жесть! Вот это... Ого, и на крыше даже! Что, боится спрыгивать? Давайте ему поможем. Так. Абунга. А, они ж физганом не цепляются. Ну, так, если кто-то на крышу придет, он их замочит. Ну что, давайте пробуем выпрыгивать. Ну вот это жесть! Ой, там! Вот это трындец просто! Тихо, абунги, я вам скажу хорошие слова. Прыжок!
Отлично, отлично. Нет, я туда не пойду. Я туда не... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, подо мной. Эй, отвали. О, в воде, кстати, можно реально выживать. Надо просто постоянно двигаться. Ай, верди маски надо. Надо, надо. Смотри, он меня не может убить никак. Слабак Абунга, вообще ни о чем. Они как мурашки здесь просто. А, ладно, могут, могут. Красиво летим. Нет, не надо, ты что? Я же сказал, 100 штук, значит 100 штук. Ну, пацан сказал... А, в воздухе снял меня. Да ладно. Пацан сказал, пацан сделал. Если пацан сказал и не сделал, у него не получилось. Вот это я их всех перелетел, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я боюсь их. Ты что, они жесткие? Вообще жесть просто. О, на балкон. Отлично, смотрите, ребята. Красивый прыжок. Красивейший. Так, ну что, давайте выглянем. Наверное, никого ж нету. А, не, есть. Что там у меня соседи психованные сегодня? Мужики, отстаньте. Ничего сделать не могу. А, не, могут. Могут, могут. Вот это их тут жесть. Так, где моя базука? Эй, ладно, воду, воду, воду лучше. А, утонул. Или пиздрик. А, я тоже в воде могу умереть. Ладно, мы просто будем бесконечно вот так шевелиться. Плывем, плывем, плывем. Скорей. А. Ой, красавчик. Красавчик. Вот это именно прыжочек я сделал. Пацаны, что, вы на крышу можете забраться или нет? Да, тоже. Да. Пути. Получилось, да? Только из-за 100 штук они теперь почти мешают. Я вообще думал, у вас не будет получаться, но вы молодцы. Их тут сколько! Блин! Блин, да это нереально выжить! Они просто какие-то психи! Чё, чё, Бунга? На! Ну это меня не ускорило, потому что жизни не отняло, так бы жизни отняло. Тихо, 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 надо сразу... Это просто жесть. На балконе даже позастревали. Пососеляли дома. Так, отличненько, отличненько. О, чуть в воздухе с чуваком не столкнулись. Я, в принципе, знаю, что можно взять, чтобы высоко прыгать. Меч Звездных Войн. Да, точно. О, давайте. А, блин. Крыша долетать. До крыши можно прям долетать? Да-да-да-да, сейчас лечу к Абунге, который... Воу! Вообще жир! Нифига себе я прыгнул! Так, тогда гравитацию можно уменьшить. Потому что прям очень читерски получается. Так, гравитация. О! Делаем, давайте 200 сделаем. Ого! Ого-го! Я сразу вниз полетел. Хе-хе-хе-хе-хе. Давайте проверим, смогу я допрыгнуть до той крыши? Опа! Да-да-да, как раз притирочку получается. Так, давайте теперь делаем прыжок на ту крышу. Разгон. Хопа! Воу, даже при гравитации 200. Так, я смогу. А, прям на Абунгу! Да-ла! Живой. Тихо, мужики. А. Так, сразу прыжок сейчас сделаю. А! Ах ты, зараза такой. А, не успел, блин, пока выбрал этот меч. Есть. Летим. Красавчик. Ну, блин, они меня уже внизу ждут. Эй, толпа целая. Ну, я специально поддался. Во. Блин, классно, да, меч, ребята? Офигенно с ним попрыгать. Да. Там да, чувствуется да. Мощь Дарт Вейдера. Воу. Прям вообще классно, можно всю карту перелетать. Все, отлично, я немножечко отдохну. Ну и классно тем, что можно, ребята, от третьего лица поиграть. Вот это их там толпа, а мы здесь стоим. Пока они к нам дойдут сюда, только с ремня не убей. За R нажмем, он запрячется меч, можно и так прыгать. Без меча. Да. А я не знал. А я знал. Дима, лечу к тебе, я тоже знал. А где ты? Я лечу, вот. Не вижу тебя. А, вижу. Вот, лечу. Прям тебе на голову. Давай, красавчик. Ну все, ребятушки, выживаем здесь. Я так понимаю, что можно теперь прям
Опа! Ой, я не нажал правую кнопку прыжка! Или нельзя, подожди, а если запрятать, он... Не, он прыгает, прыгает, я просто не нажал. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько! Ну, ребята, если этот ролик наберет 3000 лайков, мы будем ставить 200 абунг. 200! Вы представляете, сколько это? Это вообще будет жесть. Ну, надеюсь, что Гаррисмод не вылетит. Ну, все в ваших руках, если вы хотите, то мы все-таки делаем 200 абунг. Это уже местность. Давай. Не, я на дом буду сейчас залетать. Я с тобой. О, смотрите, прям вообще четко, идеально. Настоящий Супермен. Можно, кстати, будет повыживать с паутиной Спайдермен, а то как капли взять не сильно высокую. Да. Кстати, будет прикольно. Я забыл, что есть такой мод. А! Да откуда нет, это тут... чили пиздрик взялся? Они через стену убивают. Дима, давай снова на крышу, только уже. Так, сейчас. Блин, ну я в толпу. Да не, все четко приземляюсь. Все четенько, все четенько. По морде вписал. Так, я сейчас должен, знаете, что, ребята, забраться на крышу, да? И скинуть бомбу. Блин, вонючее говно. Там, короче, какая-то фишка. Ой, я задержался. Там козырек на крыше был, от которого я ударился. Так, сначала давайте сюда прилетим. Немножечко отвлечем, залетим на крышу и с крыши их зафигачим. Все, отлично. Никого, да, нету? Так, ждем, пока они сюда немножечко придут все ко мне. Оттянем их на себя. Может, они меня не видят? А ты на какой крыше? А я еще не на какой крыше, я был в углу карты. А. Вот сейчас я буду на крышу запрыгивать. Давай. Воу, вот это было прям на соплях. Ну блин, нет инерции, мне придется лететь вниз. Нет, помогите. Не, не надо, не помогите. Дима, быстрее, давай. А тут вонючий козырек головой бьюсь в него, ну блин. Надо там, короче, рассчитывать идеально траекторию. Во, давайте для начала вот так вот запрыгнем. Есть, запрыгнул на этаж. Запрыгнул. А теперь я, в принципе, давайте попробуем на эту крышу. Давай сначала... Вот зараза, а? Убил меня. Так, а давайте теперь отсюда попробуем запрыгнуть. Во, отлично, ребята, ну это вообще изично было, это было легко. Так, я думал, что здесь они меня уже не убьют. Так, берем физган. Так, ребята, ну что? Не надо. Не, я не буду сильно мощную бомбу взрывать. Давайте вот такую. Это красивая бомба. Все, полетела. Ай, убили. Давайте посмотрим, как она приземлится. Красиво, красиво летит. Ребята, как всегда, когда у нас низкая гравитация, мы взрываем бомбы на самой... Ой, верхней части карты. Так бывает. Ну что, полетело! Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Все, я аж под карту улетел.